С вами Антон Чалей, и я расскажу вам, как вызывать матерного гномика. По очень многочисленным комментариям к прошлому видео «Дама Пик», я решил всерьез заняться этим вопросом. По внешнему виду это мифическое существо очень похоже на обыкновенного гнома. В одних легендах указывается, что его рост не больше метра, а в других он достигает 1,5 метра. Матному гномику приписывается способность исполнения любых желаний, и большинство верит, что если им удастся вызвать матерного гномика, то их мечты сбудутся. И я собрал самые нелепые способы его вызова. В этом способе используется зубная паста и маленькая темная комната. Это может быть как кладовая, так и ванная или туалет с выключенным светом. Следует намазать руку зубной пастой и произнести: «Дух гномий, злобный да обделенный, приходи меня обматери». После этого нужно вытянуть руку вперед. Буквально через несколько секунд вы услышите грязные ругательства и почувствуете, как по вашей руке кто-то ходит. Не стоит допускать того, чтобы гномик пошел выше по вашей руке. Он может попытаться вас задушить. Конечно, у него это не выйдет, но испачкать вас пастой и напугать он вполне может. Когда вы выйдете из кладовки и включите свет, он исчезнет, а на руке вы увидите маленькие следы. Чтобы вызвать матного гномика, этим способом понадобится длинная нитка, длина которой чуть больше расстояния между ножек кровати или стола. На нитке нужно завязать по всей длине много узелков, а потом перетянуть ее между ножками на расстоянии от пола примерно 2-3 сантиметра. Потом потушить свет и начать вызывать матного гномика. Также произнести: «Матный гномик, приди» 3 раза. Через некоторое время гномик придет и начнет спотыкаться об узелки и материться при этом. Ну, тут про желание просто не написано, но я не знаю, можно, наверное, и желание попросить у него в этот момент, когда он матерится и падает об узелки. Матерный гномик очень некультурное существо, а значит, как все некультурные лица, любит в больших количествах употреблять алкогольные напитки. Это самый сильный способ его призыва. Ваша задача — положить пиво в пакет и предварительно снять у бутылки крышку. Сильно подумать о матерном гномике и в уме в течение 3 секунд очень и очень сильно материться. Пиво исчезает, и гном должен в течение часа явиться к вам с иного измерения. Что со мной, сука, происходит? Охренеть, опять Антон вызывает, совсем. Когда же это закончится? О, пиво. Все, точно никуда не полечу. На моем канале уже скоро 10 тысяч подписчиков, и это прям супер круто. И я подумал спросить у вас, что вы больше хотите видеть на моем канале. Какие видео вам больше всего понравились на моем канале, пишите в комментариях. А сейчас ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд, их там очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые выходят целых 2 раза в неделю. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, написать какой-нибудь комментарий тут внизу. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!